как сократить количество пластика, загрязняющего природу. Над этим бьются во всем мире. Ведь Лазурный океан и красоты подводного мира все чаще предстают вот такими – грязными, мутными и виной всему – тонны пластиковых отходов. Очередное исследование ученых из Австралии и Британии подтвердило, что опасность нарастает. До 2% массы тела некоторых видов черепах уже составляет пластик в виде микрочастиц. И дело не только в бытовых отходах, есть еще и промышленные. Корпорации решают проблему по-разному. Например, российские газовики внедряют отечественные эко-разработки. Традиционный расходный материал, транспортные заглушки для труб теперь делают из биоразлагаемого пластика. Для одного фрагмента трубы длиной 12 метров требуется две таких крышки. Казалось бы, немного. Но что такое 12 метров в масштабах газопровода? Каждый год в России строится порядка 1000 километров. И вот для этого объема уже требуется более 166 тысяч таких заглушек. Их ставят прямо на заводе по производству труб большого диаметра. Как, например, здесь, под Сергиевым Посадом. Вовсе отказаться от заглушек нельзя. Они защищают кромки труб от повреждений, а еще от попадания внутрь влаги и грязи. По сравнению с обычным пластиком, биоразлагаемый от российских ученых распадается в 10-15 раз быстрее. В составе компоненты, благодаря которым материал разрушается под действием солнца. Первый этап у нас полимер деградирует, оксид разлагается за счет катализатора. Мы получаем снижение прочностных характеристик полимера и разрушение самого полимера до микропластика, то есть порошка. Этот порошок начинает впитывать в себя влагу, набухать, и включается второй механизм разложения – это биоразложение. В пластик добавлены и биологически активные компоненты. Когда заглушка превратится в порошок, получится благоприятная среда для развития микроорганизмов, которые естественным путем, поедая эти крошки, утилизируют остатки пластика. По словам разработчиков, технология применима не только в промышленности. Во-первых, все, что касается упаковки. Это неважно, какая упаковка. Промышленная упаковка, сельскохозяйственная упаковка, бытовые упаковочные, там, одноразовая посуда, одноразовые пакеты, которые мы там, в тех же магазинах берем, покупаем. И чем тоньше изделие, тем быстрее процесс его разложения. Что касается заглушек, их все же стараются увозить на переработку и использовать повторно. Но если и случится так, что они окажутся один на один с природой, такой вред, на который способен обычный пластик, эти крышки точно не нанесут.